На первом уроке, который вы найдете на этом же канале, мы с вами изучили пьесу, которая состоит из одной ноты. А теперь, на втором уроке, мы с вами изучим пьесу, которая состоит, только не смейтесь, а вообще-то смейтесь, из двух нот. Все эти уроки, которых предполагается в общей сложности 12, это фактически разъяснение к альбому «Theremin 101», который вы можете найти на портале Bandcamp на странице Олеся Ростовская и использовать все эти треки, все эти минусовки для самостоятельных занятий и даже для концертов. Сегодня мы начнем изучать основы игровой техники и сосредоточимся на правой руке. Я ставлю руку в позицию и, не меняя положение всей руки, открываю внутри позиции пальцы. И сейчас мы начнем с упражнения, которое прилагается к этому уроку, при помощи которого мы выучим материал, который нам понадобится для игры композиции «Flying Up». Ищем первую ноту. Открываем пальцы, чтобы достать другую нотку, не меняя положение кисти. Обратно. Снова. Не двигайте всю руку, а только пальчики. Ищем снова. Ждем подсказку от минусовки. Только пальцы работают. Ну и так далее. И вот таким образом мы выучили движение, которое нам понадобится для игры пьесы «Flying Up». Минусовка для пьесы «Flying Up» начинается с настроечных нот. Причем в данном случае с обеих. Ищем. И заодно потренировались. И одна, и другая уже есть. Вступление. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Пальцами. Только пальцами. Можно медленно. А если получается, чуть быстрее. Thank you.
Убираем звук и ждем бридж. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Который плавно опускается. По-моему, очень похоже на название пьесы. Думаю, что в таком простом стиле у вас получится играть уже сегодня. Но, конечно, мы добавим выразительности. За 12 уроков курса Theremin 101 мы изучим приемы и вибрато, и крещендо, и диминуэндо, все, что необходимо. А для того, чтобы следовать этому курсу степ-бай-степ, заходите на портал Bandcamp, раздобывайте там альбом Theremin 101, там же есть буклет, в котором есть краткие объяснения, которые вам смогут напомнить то, что я сейчас вам рассказываю на уроках. Через неделю третий урок. И чтобы не потерять его, подписывайтесь на канал Олес Рос, ставьте колокольчик. Всем пока!